Виктория Федорова из Абакана – многодетная мама. Недавно старший сын женщины пошел в первый класс. Виктория спрашивает, будут ли кормить ее ребенка бесплатно, если семья многодетная, но немалообеспеченная. В столице региона, согласно постановлению мэрии Абакана, бесплатно питаются только дети из малообеспеченных семей и дети-инвалиды. Многодетные семьи в список льготников не входят, пояснила заместитель руководителя городского отдела образования Галина Озерова. Значит, ребенку Виктории бесплатное питание в школе не положено.